Здравствуйте! Представляем вашему вниманию аппарат пресс-терапии в сочетании с инфракрасным прогревом. Особенностью данного аппарата является еще также вибромассаж периорбитальной зоны. В комплектацию к аппарату входят специальные очки. Очки управляются отдельно с помощью пульта. Все выходы на блоке подписаны. Также воздухоотводы, шланги также подписаны. Это дает возможность легкого подключения корректно аппаратом. Фиксируем до упора и также с другой стороны. Также имеются отдельные выходы для инфракрасного прогрева. Они имеют индивидуальный разъем. Совмещаем резки и фиксируем с помощью резьбы. И отдельный выход для массажера для глаз. Он подзаряжается по типу аккумуляторной батарейки. На задней панели имеется индивидуальная наклейка с серийным номером, целостность которой не нужно повреждать. Наш сервисный центр предоставляет гарантию на данную модель аппарата в течение года, а также ведет постгарантийное обслуживание. Включаем тумблер. Далее поворачиваем ключ питания. Проверяем, чтобы кнопка аварийной остановки не была зажата. Выбираем режим, интенсивность давления. Время процедуры. По умолчанию стоит 60 минут. Для пресс-терапии рекомендовано 30 минут сеанса. Уменьшаем. И интенсивность инфракрасного прогрева. Температура определяется индивидуально по ощущениям клиента. Режимы интенсивности прогрева. Также мы можем дополнительно подключить массажер для глаз. Положение ON. Выбираем режим волновой либо постоянного давления и подключаем. Давление в камеры поступает постепенно для того, чтобы клиент привык к данному давлению и в дальнейшем с процедурой будет увеличиваться. Костюм состоит из двух основных деталей – это штаны и рубашка. С помощью молнии-застежек вы можете отрегулировать размерный ряд и с данным аппаратом комфортно и легко работать как с клиентами с нормальной массой тела, так и с более крупными пациентами. Также внутренний подклад состоит из клеенчатого материала, что дает нам возможность легкой дезинфекции после каждого клиента. Перед началом процедуры рекомендовано одевать клиенту либо LPG-костюм, либо одноразовые костюмы для пресс-терапии. Также мы можем нанести перед началом сеанса обертывание, одеть клиента в полиэтиленовый костюм и поместить уже в костюм пресс-терапии. За счет инфракрасного прогрева улучшится микроциркуляция, тем самым обеспечит более интенсивное воздействие от обертывания. Для того, чтобы подключить очки, необходимо либо вставить пальчиковые батарейки, либо подключить через шнур, подключенный к аппарату. Активируем на экране кнопку ON и включаем аппарат. Если при этом вы хотите по отдельности использовать очки, тогда давление на вакууме вам необходимо поставить на 0. Нажимаем кнопку на интерфейсе и кнопку на пульте. Можем поменять режим воздействия, подключив вибрацию. Также в пульте закачана базовая музыка, которую вы можете слушать посредством наушников. Наушники в комплектацию не входят. Подключаем либо выключаем вибрацию, прогрев. Время по умолчанию стоит 15 минут. Если вас заинтересовал данный аппарат, вы можете приобрести его на нашем официальном сайте esthetikonline.ru либо в нашем магазине.